осень – самое подходящее время, чтобы насладиться сочетанием текстур и многослойностью. В это время можно миксовать все самые любимые предметы гардероба. Например, свободные пиджаки с легкими струящимися платьями или верхней одеждой. Предлагаю вдохновиться осенними трендами, чтобы этой осенью выглядеть модно. Короткие мини-платья оставляем в ушедшем лете, а на осень выбираем все-таки длинные макси-платья. Можно подбирать легкие струящиеся ткани. Такие платья хорошо сочетать с широкими сапогами-трубами. И вариантов верхней одежды может быть очень много. Сочетаем с косухой, джинсовкой, тренчем и даже пальто. Брючные костюмы уже который сезон удерживают лидирующие позиции на модном олимпе. И чем хорош такой костюм? Во-первых, тем, что это сразу две вещи, которые можно носить отдельно друг от друга. А во-вторых, костюм всегда можно надеть и в пир, и в мир, как говорится. Если сочетать его с лодочками и носить пиджак на голое тело, получится очень стильный образ. А если добавить белую футболку и сменить лодочки на кеды, то получится образ в стиле casual. Спортивная одежда теперь с нами надолго, и этой осенью точно стоит обзавестись базовым комплектом из худи и джоггеров. Это может стать отличным костюмом выходного дня. В нем с удовольствием можно отправляться на прогулки, за покупками и по делам. Чтобы не замерзнуть этой осенью, конечно, не обойтись без теплого, мягкого, уютного свитера. По-прежнему актуальны модели оверсайз, пастельных оттенков. И, кстати, со свитером тоже можно поэкспериментировать и примерить на себя инстаграмный тренд. Надеть свитер и поверх него накинуть на плечи еще один свитер. Кто сказал, что осенью нужно носить только черное, коричневое и серое? Этой осенью все по-другому. Включаем в свой гардероб яркие неоновые оттенки. Кстати, вот это платье-свитер сочетает в себе сразу несколько трендов. Здесь высокое горло, вязка, как в дедушкином свитере, при этом абсолютно яркие оттенки.